Здравствуйте, в эфире «Новости Плюс», в студии Вера Фефилова. Возгорание на шахте «Распадская». Эвакуировали 571 горняка. Всех вывели на поверхность. Сейчас о чрезвычайном происшествии подробнее расскажет начальник управления по связям с общественностью Распадской угольной компании Алексей Рябов. В 11:36 на поверхности сигнализационной скважины на территории шахты «Распадская» было обнаружено возгорание. Люди были выведены из шахты, 571 человек выведен на поверхность. Пострадавших нет, шахтное оборудование не повреждено. Сейчас возгорание локализовано, создан специальный штаб, который определит причину происшествия.